Всем привет! Сегодня у нас в гостях зоопарк. Косолапый Мишка, котяра и косой. Ты всем я поднял. Поднял. Вызов необычный, будем угадывать различные напитки. Итак, приступим. Кстати, зверье наше сегодня слепое, ничего не видит. Первый напиток. Ой, чем пахнет? Пробуйте. Можно пробовать? Да. Ну, по запаху йогурт тоже был. Клубничный йогурт? Да. Клубничный йогурт? Нет. С бананом? Да. Все угадали. Это Ванин любимый йогурт. Ой, вкусно. Вкусненько. Что, уже налили? Да. Вкусненько. Что это? Кола. Пепси. Нет, кока. Да. Пепси. Нет, пепси. Ну вы здесь вам даете. Кока-кола. Ты свой любимый напиток не угадал. Это пепси-кола твоя. Пепси. Твоя пепси-кола, которую ты любишь. Она чуть с у него более размытый вкус, чем у колы. И более кислый. Да, кола более. Ну я вообще редко, это сейчас ее стал пить. Я вообще не пил раньше. Это сейчас. Вообще, подожди, я куплю. Как ты мог? Да. Дима, вы пока что проигрываете. Ну ничего, я еще отыграю. Минус одно очко. Напиток номер 3. Что-то булькает уже там. Угу. Ай, узнаю знакомые приступай. Ароматы. Я угадал, это пиво. Я угадал первый. Ну да, это. Да, но это пиво. Какое? Какое это пиво? Фруктовое. Подожди, сейчас попробую. Ну, это пиво Хугарден. Это эксперт должен сказать, потому что... Скорее всего. У вас косой есть эксперт. Это бельгийское пиво, я могу сказать. 100%. Пахнет Бельгией? Да. Темное, светлое? Нет, светлое, наверное. Светлое. Но Хугарден не бывает темным. А я откуда знаю, какое оно бывает? Это пшеничное пиво, но с фруктовым вкусом. Так, вы давайте угадывайте. Конкретно. Ну я угадал, я да, угадал. Светлое пиво. Я угадал светлое. Я угадал. Угадал первое это пиво. Вот. Второе это бельгийское пиво. Третье это светлое. Вот, я аж три раза отыгрался. Еще один светлое. Ну это, по-моему, грейпфруктовое. Есть горечь такая. Нет, нет, грейпфрукта там нету, кажется. Или я. Мне кажется, не грейпфрут. 7 минус 1 очко. Лимон. Нет, это темное пиво. Эксперт. Ни хрена себе. Называется Роденбах. Роденбах. Да. То есть никакого ни фруктового нет. Светлое, мне кажется. И светлого никакого нет. Оно такое слабенькое. Оно темное пиво. Темное, темное. Вы 7 минус 1 балл. А что минус? Просто 0. Не-не, вы в минус уходите, а у кота минус 2. Почему это у меня минус 2? Котяра, у тебя минус 2. Потому что ты не угадал свой любимый напиток, пепси. Ты сказал, что это кола. Да. Ну я хотел, чтобы это было кола. Подожди, я колу люблю. Плюсом не идет, папа же угадал один. Да, я угадал, что это... Нет, мы считаем минусы. Мы считаем только минусы. Ничего себе, а то, что пиво я угадал. Ну мне вообще показалось, что это... Ну, грейпфрута я там не знаю, вообще даже, кажется, грейпфрута там не было. Не было? Не-а. Но у меня нос не дышит. А у меня, думаешь, дышит? Не дышит тоже? Ну что, можно сказать, что косой эксперт по пиву не отгадал? Лоханулся. Облажался. Какой лоханулся. Продолжаем дальше. Следующий напиток. Облажался. Номер 3. 4. А, 4. Номер 4. Пей до дна. Сок. Чувствую сок. Апельсиновый. Мандариновый. 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 Пахнет Новым годом. Мандариновый. Мандарина есть там, ну еще как-то. Мандариновым. Молодцы. Что, угадали. Повезло вам. Ну, мне плюс 2. Я сказал. Он более такой горчит. Значит, ну, мне мандарина это, горчинка мандариновая. Напиток номер 5. 5. Ну, это кола. Кола. Пахнет колой, даже можно не пробовать. Сейчас да, точно. Отличаются они. С пепси отличается очень сильно. Точно.
Кола, кола. Хорошо. Кока. Напиток номер 6. А это запить нечем? Ну такое нормально. Нет, нечем. Запивайте. А то мы только запиваем. Вот, шестым напитком. Ничем, ничего не пахнет. Молоко. Молоко? Ну это не простое молоко, я так чувствую. Молоко. Нет, обычное молоко. Не простое это молоко. Безлактозное. Я так чувствую, что это молоко, но. Золотое. Не, не простое, оно больное. Корова болеет. Чего? У нее мастит. Растяжение лодыжки. Лодыжки. Напиток номер 7. Фу. Пахнет пывом. Угу. Пыло. Пыло. Каким-то фруктовым. Каким фруктовым? Малиновое. Да, похоже на малинку. Ягодка малинка. Кот. Похоже, да. Малиновая. Или мы сейчас все втроем. Малиновая. 100%. На малину похоже. Ну хорошо, угадали. О, это я был. Я первый сказал. Ну я подтвердил. Да, вкусная. Блин. Вкусная? Угу. А можно повторить? Напиток номер 8. О, ну пахнет, что? Пахнет зверьё. Фруктом экзотическим. Да. Мне как кажется, маракуйя, наверное, нет, да? Нет. Манго. Манго, да. Манго. Ой, это мой. Точно любимый. Манго. Мягкое такое. О. Эксперты по экзотическим сокам. Манго это вообще супер. Ну угадали. Да, манго. Супер. Угадали. Напиток номер 9. Можно? Да. Мона. Ой, пахнет пылом. Вот это темное пиво. Да? Ну, по цвету сказать трудно. Но похоже... пиво плотное и крепкое. Угу. Так какое это пиво? Темное. 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 Главное, косой эксперт. Темное. Наверное, темное, потому что у меня глаза закрыты. Темное, скорее всего. Ну как ребят, сказать, плохое зверьё сегодня. Ты что, это светлое такое? Это светлое пиво. Нюх потеряли. Ни хрена себе. Но по вкусу не определить, светлое оно или темное, это невозможно. Ну поэтому и челлендж такой сложный. Слушай, у нас какое-то светлое было, у нас первое что было, темное, да? Мы сказали светлое. Да, да. А сейчас такое... у вас светлое пиво, ну, и вы его такое жестче. Не угадали. Жестче такое. Ну я могу сказать, что это пиво Эль. Пиво крепкое и в районе около 6 градусов. Нет, не Эль. Это не Эль, понял? Это не Эль. Опять ты лоханулся. Ну как это не Эль? Это Лев. Ну это... Правильно, правильно. Это Эль. Через, ну, категория пива. Да. Но на упаковке не написано. Но это название на упаковке. Нет, это просто пиво разделяется на различные... Ну, короче, ты все равно лоханулся. Нет, я не лоханулся. Это Эль. Это Эль. Ну, это Эль, но вы не угадали главное. У нас были какие? Критерии. Темные, светлые. Темные, светлые. Но мы же ничего не видим. А что ты должен видеть? А больше не нальем пиво. Ну, все, хорош. Напиток номер 10. Ух ты. Пробуем. Опа, хуй так. Ух ты. Какие версии? Я думаю, это могу. Нет. О-о. Что это? Что это такое? Эх вы, это чай. Айс-ти. Нет. Нет? Это не чай. Да чай это, айс-ти это. Нет, ни одной правильной версии. Сейчас. Ну это сок. Это сок. Во, видите, правильная есть версия. Сок? Сок. Да. Маракуйя что ли? Нет, не маракуйя. Это нет. Почему? Ты не уверенно сказал. Я сказал маракуйя. Сказал. Ты сказал очень неуверенно. Я сказал маракуйя. Это маракуйя. Хорошо, всё. Тебя засчитываем. Так я сказал маракуйя. Какая ты маракуйя? Ты сказал, ты это, нести чай, ты сказал. Да? Кот, а ты что сказал? А он ничего. А я говорю. Маракуйя. Маракуйя, я говорю.
Я не знаю, что такое. Ну, маракуйя? Ну, такое, какое? Экзотический фрукт, как манго. Она внутри, снаружи зеленая, а внутри желтая. Вот это? Нет, красная, внутри красная. Желтая. А, красная, желтая. Ну, помнишь, да. такое есть, да? Такая маракуистая. А знаешь, чай а знаешь, кто ее собирает? Маракуйцы. Да, это чай, вот ты сказал вообще. Так что ты вот... О, вот у кого теперь минус два. Напиток номер 11. Последний? Последний. Чай, сразу скажу. Ну, да. Неинтересно. Потом, да он пахнет чаем. Да. Вот это... А чай. Какой чай-то, вы знаете? Вот, что вы с лимоном. Нет, с лимоном, а какой чай? С лимоном. Чай, нет, с лимоном. Ну, вот я думаю, что это цейлонский чай, если так хорошенько подумать. С какой высоты? Да, мне кажется, да. Это какой-то химический чай. Не, это точно цейлонский, и причем... Судя по вкусу, собирал этот чай ребенок, да, девочка. С какого склона? С самого высокого. Маленькими пальчиками. Северного или западного? С какого склона? Северный, южный, с какой? А ну-ка. С атлантического. Ну это чай, конечно. Я сразу сказал, лимонный чай не стих. С лимончиком. Мишка, тебе нельзя в этом челлендже участвовать. Ты все практически угадал. Да. Они за тобой повторяют. Ну, тут можно согласиться или не согласиться. Это же, он может тоже не угадать. Цвет как угадаешь его? По вкусу. Глаза надо открывать. Не. По вкусу? По вкусу. Ты же эксперт. Ну, победила дружба. Конечно. Зверьё, вам понравилось? Очень. Не, очень маловато. Мало наливают. Ну, неплохо было, да. Можно продолжить. Надеемся, вам понравился наш зверной вызов. Зверной. Звериный. Звериный. Надеемся, вам понравился наш звериный вызов. Ставьте пальцы вверх. Да, пишите комментарии. Ну, а кто любопытный и кому больше 18 лет, заходите ко мне. Косому. На канал. Ссылка в описании. Ссылка в описании, под да. Ссылка под в видео. Описании под видео. Всем адьос. Все? Все. О.